день рождения намечалось. Просто так совпало, так скажем. Как все начиналось? Начиналось у нас в октябре месяце. Началось все с Сергеем. Да? Наши первые поползновения, они такие были, мы ознакомились. Ага, я все понял, тут идет компромат, пишется. У нас были первые поползновения, мы пробовали, у нас получалось. Потом к нам присоединился Андрей. Все было классно, и сейчас все классно. Так получилось, что мы познакомились с Олегом. Мы с Олегом встретились, и было 13 числа, мы полюбили друг друга. Все классно! Было это 13 ноября. Олег вышел на меня, мы договорились о встрече, встретились, познакомились, поняли, что мы без друга не можем. Это у нас прям осознание, мне кажется, с первых секунд пришло. Да, важный аспект, который я всегда оценил, что у нас день рождения. И день рождения в один день, 21 декабря. Заскури день рождения. Он нас познакомил. И после этого мы начали активную деятельность. И предложение непосредственно о том, чтобы отметить 13 числа наш, и узаконить, так скажем, что это наш день рождения дорожного контроля. И 13 число, хочу заметить, мое счастливое число. У меня 13 числа свадьба. 13 числа мы уехали в Египет с женой. Все у нас, даже номер 13 был. То есть все счастливо. И 13 ноября, соответственно, мы встретились, познакомились. И Олег предложил эту дату назначить, с чем я даже не смог, просто категорически сказал «да». Вы себе не представляете, сколько я искал, короче, эту дату, вот, всю переписку за год я ВКонтакте вот так вот пролистывал до первого сообщения, еще плюс к этому он подтупливал, зависал. 13 чертова дюжина для депсов будет. 13, да, черный день. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые меня вначале поддержали. Это Сергей и Андрей. Огромное вам спасибо за то, что вы были с самого начала и до сих пор с нами. Прошу заметить, нас только 13. Да? Да. И у нас 12 человек, обалдеть. И огромное спасибо всем тем, кто сегодня пришел и нас так или иначе поддерживает. Огромное вступление по поводу 13 перебью. Вчера вот видео, которое я в сеть выложил, я выложил на ВРН-Кюбе. На ВРН-Кюбе, короче, оно было 13 тысяч. С чем-то там только с хвостиком видео, там только перевалило за 13 тысяч. Лично мое видео на ВРентюбе было 13-е, да, это было 13-е, ну и вчера, собственно, 13 число. И, кстати, у нас вчера ТНТ-Губерния даже поздравила в прямом эфире с днем рождения. Ну давайте, за нас, за всех. Подписывайтесь, ставьте лайки. За то, чем мы сильны. День рождения! Вадима! Поздравляем! Спасибо! Спасибо! Вадима! Посмотрим за вами! Вадим, Олег, где вы? Вас девушки спрашивают! Надо жезл тебе в руки! Да-да-да, и не дал на голову! Вадим, тебе форму надо!